Меня здесь нету, запомните. Выживание. Сними меня. Как пуль завет. Группа освобождения Гондураса. Снимаешь? Готово. Александр, стреляй, все нормально. Дима не врет. Лучше отойти. Только по моей команде. Да, ничего не будет, скорее всего. Ну, в кадре нагрудник это. Снимаешь, да? Снимай, снимай. И шкуру ты не натер. Пали. Ебать! Ебать! Зачем? Так, теперь драпаем, короче. Покажи, вынь его, вынь его. Давай на просвет, на просвет, на просвет. Одень его. Валим отсюда. Вот, все. Кстати, вторую не пробил. С изнаночной стороны. Пробил вторую. А, так я попал просто в этот. Ректальная слизь третьего уровня. Ректальность третьего уровня? Ректальная слизь третьего уровня. Перед тем, как прикладывать, надо просто дунуть хорошенько. Я ее вижу. Готов? Давай. Оптимально. А, нифига, не пробило. Не пробило. Все, да. Двойку не пробило. А, нет, стык попало. Да не важно. Стык, да, заебись. Кайфово. Ну, человек класс. Артемуза, кстати, прокирачил бы ствол. Не, ребра бы поломало точно. Да, там фарш внутри был бы все равно. Ну, толстый ствол, зато нет. А чем я не люблю такие краш-тесты? Если не пробило, значит, отлетело назад. Назад именно? Ну, тут вверх она ушла. Тут видно, что вверх след. Я с вами.